Спасибо. Что-то я Петю не вижу. Екатерина Матвеева, 23 года, временно безработная, не замужем. Неужели опаздывает? А может, заблудился вы все-таки в городе всего ничего? Алина Токарева, 24 года, продавец, подруга Екатерины, не замужем. Кстати, как тебе Москва? Тут очень круто. Ты молодец, что вырвалась, не то что в нашей дыре. Смотри, знаешь, кто это? Нет. Это же сын олигарха. Да ладно? Да, я его по телеку видела. Ты уверена? Да. Ты куда? Я сейчас. Дал телефон. Его Глеб зовут. Так, подожди, а как же твой Петя? А что Петя? Кто Петя? Кто это? Привет, девчонки. Петр Смирнов, 26 лет, временно безработный, не женат. Привет. Привет. Что, долго ждали? О, на собеседование задержали. В общем, 2 месяца назад мы с Петей переехали в Москву. Мы с ним уже 2 года встречаемся. И вот как только мы переехали, я встретила Глеба. Он сын олигарха. А что означает слово «встретила»? Вы просто где-то с ним увиделись или вы с ним уже встречаетесь? Мы встречаемся. То есть он пока ничего конкретного не предлагает. А у меня денег нет. Я пока нигде не работаю, поэтому от Пети съехать я не могу. Но вы все-таки уверены, что рано или поздно Глеб вам что-то конкретное предложит? Ну, я так думаю, что иначе вы бы не обдумывали перспективы съехать от Пети. Кстати, а он-то в курсе ваших душевных терзаний? Нет, конечно. Пока приходится врать. Ты где была? На собеседованиях. Почему трубку не брала? Неудобно было на звонки прерываться. Что у тебя с настроением? На работу не взяли? Угу. Правильно ли я понимаю, что Петю вы при себе держите, ну, так скажем, на всякий случай? Ну, вдруг так получится, что Глеб ничего конкретного так и не предложит. Не знаю. Наверное, так. Прошло несколько дней. Екатерина хотела быть с Глебом, но не могла бросить Петра. Ведь в таком случае она осталась бы без крыши над головой. Все деньги, что мы откладывали на первое время, уже заканчиваются. Квартиру скоро не на что будет снимать. У меня есть хорошая новость для тебя. Я устроился на работу. И кем? Электриком метро. Полный соцпакет. Работа стабильная. Да к тому же еще и проезд бесплатный. К нам, кажется, гости. Пойду открою. Привет. Привет. Ну ладно, девчонки, не буду вам мешать. Угу. Ты чего такая кислая? Ты Петю достал. На работу он устроился электриком. Меня могли к ней на марках катать, а этот бесплатному проезду радуется. Жесть. Ну, так и брось его. Не могу. Мне нужно быть точно уверенной, что Глеб меня не кинет. Ну и вообще наши отношения с Глебом как-то надо на новый уровень переводить. А из-за Пети я по рукам связана. Он что сразу? Где была? Че трубку не берешь? Слушай, а может, ты Петю отвлечешь, а? Ну, чтобы я могла с Глебом нормально встречаться. В смысле? Ну, ты девушка симпатичная. Пофлиртуй с ним. Нет, ты что, с ума сошла? Алин, ну, пожалуйста. Екатерина продолжала встречаться с Глебом. Однако близости у них еще не было. Алина согласилась подыграть Екатерине и несколько раз приглашала Петра в кино, чтобы дать подруге возможность встречаться с Глебом. Почему ты меня в гости не приглашаешь? У меня ремонт. Глеб Мамонов, 32 года, не женат. Я недавно квартиру купил. А к родителям в дом нельзя, там прислуга, она сразу настучит, что я девушку вожу. А может, тогда в гостиницу поедем? В гостиницу? Да. Я там паспорт засвечу, журналюги набегут, мне потом отец голову оторвет. Без обид. Ладно, ладно, я все понимаю. Ну что, ждем-то, поехали. У нас поесть что-нибудь есть? Ну, какие шиши я должна покупать? Где твоя зарплата хваленая? Кнать,
Но я только устроился на работу. Ты только устроился, а дома шаром покати. И надеть мне нечего. Вот получу первую зарплату. Пойдем в магазин, тебе что-нибудь купим. Вот именно что-нибудь. Твоя зарплата только на это и хватит. Кать, ну что ты завелась-то? Потому что меня твоя расхлябанность уже достала. Хожу за тобой, носки убираю, вещи складываю. Почему кружка здесь стоит, а не в раковине? Футболка что на кухне делает, а? Может, это потому, что в нашей семье только я один работаю? У меня просто времени не хватает это все убрать. Ну ты давай, поупрекай меня еще. Да пошла ты. Екатерина специально поссорилась с Петром. Алина должна была пригласить Петра к себе в гости для того, чтобы Екатерина могла встретиться с Глебом. Тем же вечером к Екатерине приехал Глеб. Не твои царские хоромы, да? Да нет. Хорошая квартирка. Уютная. Почему раньше здесь не встречались? Не знаю, я думала, тебе не понравится. Ты же у нас богатенький буратино. И что? Давай я к тебе перееду и будем вместе жить. Нет, что, здесь не получится. У меня скоро с хозяйкой договор заканчивается, самой придется съезжать. Тогда давай я нам сниму квартиру. Правда? Конечно. Я в душ. Где у тебя полотенце? Там. А это что? Екатерина переехала в столицу с парнем Петром и спустя 2 месяца познакомилась с Глебом, сыном олигарха. Втайне от Петра у Екатерины закрутился роман с Глебом. Она надеялась, что Глеб сделает ей предложение, а после того, как это произойдет, планировала бросить Петра. Несмотря на то, что Глеб был богат, паре негде было встречаться. Екатерина придумала план, чтобы выгнать на время из дома Петра и привезти туда Глеба. Помогала ей в этом подруга Алина. Однако, придя к Екатерине, Глеб обнаружил в квартире мужские вещи и стал задавать вопросы. В общем, я Пете так ничего и не сказала. Но в приоритете у меня, конечно, отношения с Глебом. А у Глеба отношения с вами тоже в приоритете? Не знаю. Ну, по крайней мере, я приложила максимум усилий, чтобы они перешли на новый уровень. Только вот Глеб в нашей квартире нашел вещи Пети. Это же мужской галстук. У тебя есть кто-то? Нет. Это галстук мужа хозяйки. Они когда съезжали, половину вещей оставили и попросили не трогать. Почему? Откуда я знаю? Я что, допытывалась до них? Ну, оставили и оставили. Что такого? Они мне не мешают. Положи на место. Глеб поверил, поэтому, можно сказать, мне удалось отмазаться. Я хочу послушаться вашего совета и расстаться с Петей. Не помню, чтобы я давала вам такой совет. Зато точно помню, спрашивала, а зачем вам отношения с Петей? Ну, раз вы решили с ним расстаться, видимо, дали себе ответ, что незачем. Ну, конечно, незачем. Ну, что мне с него взять? Ну, мы просто так давно встречаемся, что я уверена, он просто так меня не отпустит. И будет доставать, понимаете? А мне вот этого сейчас вообще не надо. Да и к тому же, если Глеб узнает, что я с кем-то еще параллельно встречалась, то неизвестно, как он отреагирует. Да уж, действительно, как же он отреагирует? Вот-вот. Ну, помогите мне. Ну, как мне вот так с Петей расстаться, чтобы он меня потом не доставал? Вот верите, нет, понятия не имею. Наверное, он все-таки будет вас доставать. Если, конечно, вы не ошибаетесь насчет его отношения к вам. Понимаете, Кать, беда в том, что вы пытаетесь избежать неизбежных последствий. Они как раз потому и называются неизбежными. Это тебе мои извинения за прошлую ссору. Положи на стол. Не нравится? При чем тут нравится или не нравится? Видишь, я занята. Кать, ну я все понимаю.
Ты в прошлый раз нервничала из-за недостатка денег. Ну, ты красивая девушка, тебе хочется гулять, там, одеваться. Но я не могу тебе это дать. Понимаешь? Но сейчас все будет хорошо. Поверь мне. И что же изменится? Я прошел испытательный срок, и меня взяли в штат. Ну, полный соцпакет и все такое. Ты рада? Очень. С ума можно сойти, как рада. Если тебе нужно куда-нибудь поехать, можешь взять мою проездную. Может, хватит уже, а? А сейчас что не так-то? Ничего. Подавись своим полным соцпакетом и бесплатным проездом, понятно? Подожди, ну сейчас-то что не так? Да ничего! Катайся сам со своими льготами, я от тебя ухожу. Погоди. Как ты сказала? Я что, тихо говорю? Я могу повторить для непонятливых. Нам надо расстаться. Стой, ну объясни. Что я не так-то делал? Может, тебя обижал чем? Да ты меня достал уже! Мне нужны другие отношения. У тебя есть другой? Нет, но будет. Будет, говоришь? Ну тогда плати половину за квартиру или съезжай. Не волнуйся, съеду. Екатерина в тот же вечер собрала вещи и попросилась пожить у Алины. Но уже через 2 дня Глеб преподнес Екатерине неожиданный сюрприз. Ты чего такая нетерпеливая? Подожди секундочку, не можешь? Готова? Да, я уже давно готова. Это наша квартира. Чего она такая? Какая? Простенькая. Даже хуже, чем моя съемная была. Ну, я пока в свой ремонт делаю. Смысл тратиться. А, то есть это тоже съемная? Ну да. Мы здесь с тобой поживем пока в мой ремонт. Тогда ладно. Между прочим, твоя не лучше была. Ну, извини. Стараешься тут для нее. Ладно, ладно. Хорошая, временная квартира. То-то же. И до центра недалеко. Прошла неделя. Екатерина жила с Глебом. Он водил ее в кафе, катал на своем дорогом автомобиле. Екатерина была счастлива. Все то, о чем она мечтала, начинало сбываться. Слушай, я просто хотел узнать, как у тебя дела. Хорошо, не звони мне больше. Давай увидимся. Зачем? Ну, мы столько встречались, Кать. И что? Я тебя люблю. А я тебя нет. Отвали, ладно? Кать! Ну ты идешь? Сейчас. А чей это голос? Не твое дело. Прошел месяц. В этот день Екатерина решила встретиться с подругой, чтобы поделиться своими успехами. Ну, рассказывай, как у вас там с Глебом? А ты как думаешь? Магазины, кафе, ресторан? Повезло же. Ну, не без везения, конечно, но моя заслуга в этом тоже есть. И какая? Ну, смогла привлечь, удержать. Богатые мужики, они же не глупые, дур не любят. И надо выглядеть всегда на $1 000 000. Так что это тоже, можно сказать, работа. Как интересно. Спасибо. Ну, не переживай. Мы тебе тоже богатей найдем. Только надо тебя сначала приодеть. А что не так? Ну, ты не обижайся, но ты все еще выглядишь, как будто из провинции. Ну, ладно, если у вас все так хорошо, что же он тебя замуж не зовет? Зовет. Куда денется? Просто я пока не давлю на него. Заказывать что-нибудь будете? Нет. Мы просто так пришли, а лавки все заняты на улице. Кофе у меня американо. Большой. И без всего. И мне. Я в туалет. Угу. Екатерина сорвалась на официанта, потому что слова Алины были ей неприятны и задели за живое. Екатерина много раз намекала Глебу на свадьбу, но он всегда отмалчивался. Когда Глеб уходил по делам, Екатерина была предоставлена сама себе. На работу она устраиваться не спешила и целыми днями гуляла по магазинам.
Возвращаясь домой, Екатерина заметила, что из их с Глебом почтового ящика торчала квитанция. Прочитав фамилию на квитанции, Екатерина пришла в ужас. Та квартира, которую она все это время считала съемной, на самом деле оказалась квартирой Глеба. Ты чего такая хмурая? Глеб, а что происходит? Что? Вот это что такое? Кать, ты же вроде не из золотой молодежи. Должна ведь знать, что это такое. Глеб, тут на платежке твоя фамилия. Это твоя квартира? Да, моя. Зачем ты меня обманывал? Так получилось. Хорошо. А когда закончится ремонт в твоей второй нормальной квартире? Они же там, в конце концов, не перепланировку делают? Или нет второй квартиры? Только это. А зачем ты врал? Потому что я не сын олигарха. То есть как это? Ну вот так. Простой менеджер из салона сотовой связи. Мама в Калуге живет. Подожди, а дорогая машина? Арендованная. А бутики, кафе, рестораны, это все на какие деньги? Слушай, ну... В бутик мы с тобой всего пару раз ходили, а кафешки не такие уж и дорогие. Просто ты в этом пока плохо разбираешься. Какая же я дура. То есть, получается, ты обычный нищеброд, а прикидывался сыном олигарха. Как я сразу могла не заметить? Боже. Екатерина приехала в столицу с парнем Петром. И спустя 2 месяца познакомилась с сыном олигарха Глебом. Втайне от Петра Екатерина стала встречаться с Глебом. Когда Глеб предложил Екатерине жить вместе, она согласилась. Глеб привез Екатерину в небогатую квартиру и уверил, что они тут временно, пока в его шикарных апартаментах делают ремонт. Вскоре Екатерина выяснила, что Глеб вовсе не богач, а обычный менеджер в салоне сотовой связи. Чувствую себя такой дурой, что даже словами не выразить. Ну, почему же? Вы пытались сыграть с Глебом, Глеб пытался сыграть с вами. Просто он выиграл, а вы проиграли. Это ведь не про глупость, а про недостаток нужных умений. Какая разница? Я от Пети ушла к Глебу, а он оказался простым менеджером. Кстати, а это вы так понравились Глебу, что он начал играть в эту игру? Или он в нее все время играет? Да я пыталась выяснить. Послушай. Ты же сама ко мне подошла. Сказала мне, что я похож на сына олигарха. Узнала меня. Ну, я и подыграл. А зачем ты мне голову морочил? Потому что влюбился в тебя. Иди ты. Вот как-то так. Теперь бегает за мной, признается в любви. А вам про любовь не нужно? Про любовь я могла и с Петей поговорить. Поняла. Значит, любовь все-таки не важна, важны исключительно деньги. Скажите, пожалуйста, Катя, а вы когда-нибудь задумывались о том, что даже с очень подходящим вам богатым мужем придется все-таки как-то жить, а не только тратить его деньги? Прошло несколько дней. У Екатерины не было денег, чтобы съехать от Глеба. Мне нужно вещи в стирку закинуть. Мне тоже много чего нужно. И раз уж мы живем вместе, ты должен мне помогать финансово. У меня даже туши нет. Слушай, ну у меня нет денег. Я все, что накопил, на тебя спустил. Вон даже за арендованную машину должен оказался. В таком случае ты идиот. Ты куда это собралась-то на ночь глядя? Воздухом подышать. Понятно. Короче, мне нужно к маме в Калугу съездить на пару дней. Мне все равно. Давай, иди, не мешай. Екатерина пыталась придерживаться намеченного плана и решила продолжить искать себе богатого мужчину. Втайне от Глеба она ходила в клубы. В тот день Екатерина познакомилась с Никитой. А ты что, не в Калуге? А я ни в какой Калуге не был. Да, Никит?
Да, Глеб Алексеевич. Никита Панфилов, 31 год, водитель, не женат. Вы знакомы? Это водитель мой. Все-таки богатый, да? Можно я пойду, Глеб Алексеевич? Богатый. Тебя проверял. Глеб, у меня с Никитой ничего не было, честное слово. Ты же понимаешь, что это все просто от злости. Я тебя люблю. За дурака меня держишь, да? Чтобы завтра ноги здесь твоей не было. Поняла? На следующий день Екатерина была вынуждена съехать от Глеба. Она оставила свои вещи в камере хранения на вокзале и поехала к Алине. Привет. Почему не предупредил, что придешь? Да, как-то спонтанно получилось. Я думала, может, посидим как раньше, а? Нет, давай в другой раз. А у тебя там кто? Друзья. Что-то голоса слишком знакомые. Вы что здесь делаете? Вы все знакомы, да? Да, мы давние друзья с Глебом. Откуда ты можешь знать сына олигарха? Ты не богач. Мы тебя развели. Зачем? Чтобы Алина Петю у тебя увела. Это правда? Да, мы с Петей сейчас вместе живем. И где он? На работе. Подожди, что-то я ничего не понимаю. Зачем тогда ты со мной встречался, если это была не проверка? Ну, Петя же тебе названивал. А Алине нужно было время, чтобы соблазнить его. Ну и ты, девчонка, ничего, можно было какое-то время попользоваться тобой. Да и ты сама не против была. А Никиту я попросил с тобой переспать, чтобы застукать тебя и на реакцию твою посмотреть, когда бы ты узнала, что я богаче и проверял тебя. Сволочи. Я что, теперь должна из-за вас домой ехать? Охота красивых девушек на богатых мужчин была популярна во все времена. И коль уж это так, придется признать, что этот промысел себя оправдывает. Так что Катю вроде бы можно понять. Но давайте посмотрим на такую охоту с точки зрения охоты обычной. Чтобы обычная охота была успешной, необходимо соблюдать как минимум два условия. Во-первых, процесс охоты должен быть как можно менее заметным для дичи, иначе эта дичь убежит раньше, чем охотник прицелиться-то успеет. И во-вторых, неплохо бы соотнести возможности охотника с возможностями дичи, иначе еще неизвестно, кто в конце концов этой самой дичью окажется. Так вот, Катя не соблюдала ни одного из этих условий. Охотилась она совершенно откровенно. Да еще и на того, кто превосходил ее своими охотничьими навыками многократно. Получается, исход Катиной охоты был предопределен заранее, как и бывает в процентах в 90 случаев. И почему каждая красивая девушка убеждена, что попадает в оставшиеся 10%?